Здравствуйте, друзья! Хочу перед вами похвастаться вот такой вот посылочкой, которая даже не влазит в кадр. Я думаю, те, кто смотрит YouTube, те знают, кто такой Павел Баранов. Это вот посылка от него. Давайте мы ее откроем и посмотрим, что же здесь интересное. А то, что здесь интересное, это я вам гарантирую. Так. Давайте посылочку сдвину чуть в сторону. Начнем потихонечку доставать. Вот оно, первое. Паша удивительно делает то, что я не смогу сделать сам никогда. Смотрите, какие классные вещи. Это вот такие ложки. Я очень хотел себе деревянную ложку. И вот теперь моя мечта сбылась. Посмотрите. Давайте мы, наверное, это вообще уберем. Посмотрите, какой вообще класс. Посмотрите, насколько это здорово. Вам все видно. Это просто супер. Но это еще не все. Солонка, перечница, что хотите. Смотрите, какие обалденные вещи, да еще и с узором. Это просто что-то с чем-то. Это еще не все. Вот на красота какая. Красота красотовая. Тут даже комментарии, тут, наверное, излишне, тут говорить нечего. Вот вы просто посмотрите на это. И все. Тут что тут сказать? Тут и так все понятно. Так, ну это ребенок отберет сразу. Знаете, когда был маленький, у нас был под соль березовый туесок, сколько я себя помню. Ну, лет 20, наверное, он у нас был. И вот теперь у меня появились еще вот такие березовые вещи, которые, я надеюсь, вещи из березовой коры, которые очень долго прослужат моей семье. Буду им пользоваться. Каждый раз вспоминать, кто мне сделал такой обалденный подарок. А вот это вот зажили, не отдам никому. Это будет только мое. Паша, спасибо тебе огромное. Друзья, вам спасибо за то, что вы со мной провели эту распаковку замечательную. Вот такие вот, ну просто обалденные. А, красота какая. Всем спасибо за внимание. До свидания.